та зеленая территория, которая осталась, и отсутствием рекреационных зон в микрорайоне. А также на эту ситуацию накладывает отпечаток принятый Генплан, в частности, наличие моста, которое ограничивает возможности развития этой территории. Нами в первую очередь была проанализирована вся сложившаяся ситуация в микрорайоне с отводами, различными цветами обозначены те отводы, которые на сегодняшний день легитимны. И если смотреть на эту картинку, то на первый взгляд кажется, что реализовать чаяния жителей микрорайона о полноценной рекреационной зоне в виде парка практически невозможно. Однако, изучив глубоко ситуацию, найдена возможность сформировать рекреационную зону, вот она показана здесь крупно, это 4,5 гектара территории, которая может быть сформирована как полноценная парковая территория, при этом наполнена смыслом памяти летчика Ревонецкого. Наличие такой территории, на наш взгляд, здесь вот на схеме нам показано, разрешает ситуацию с жителями микрорайона в части появления защищенной территории, на которой будут размещены культурные насаждения. Появляется выход к воде, который будет четко защищен соответствующим проектом, и эта территория уже будет вполне использоваться по назначению как зеленая зона, как парк. Это открывает возможности для нас, как городского совета, работать по отводу этой земли. Это дает возможность людям понимать о том, что у них появится однозначно территория, которая будет защищена и находиться в перечне рекреационных зон. И это приведет в некое соответствие баланса застройки, которая на сегодняшний день сложилась, и те отводы, которые есть на сегодняшний день, они будут реализовываться, при этом одновременно с этим будет реализовываться зеленая зона. То есть появляется некий баланс, который должен привести к стабилизации ситуации в городе по этому проблемной территории. На наш взгляд, крайне необходимо принять такую схему генплана, как руководство к действию, и работа с такого рода схемами натолкнуло нас на мысль о том, что подобную практику следует использовать и в дальнейшем при рассмотрении сложных территорий для принятия решений по систематизации отводов, по перспективе развития и отсутствию каких-либо конфликтов на территории того или иного микрорайона. Вопросы, пожалуйста, к Сергею Валерьевичу.